Что? Начнем с того, что умоемся, да? Время, когда плохое настроение, быстро темнеет и хочется залезть в кровать и поесть конфет, надо лечить уходовыми процедурами. Нанесли скраб на щетку, она влажная, и начинаем очищать. Скраб чем хорош? Он на коже растворяется. Частички соли заходят. Поры немножко покусывают, но крадут. Перемываюсь. Помните, как я люблю, чтобы были бумажные полотенца? Именно для лица одноразовые. Я искренне считаю, что если вы будете одноразовыми полотенчиками работать и очищать лицо, то у вас не будет никаких воспалений, потому что никакая дополнительная грязь в кожу чистую не попадает. А если вы взяли полотенце вот такое, которое висит уже там денек даже после стирки в ванной, и начинаете им протирать лицо, поверьте, все, что целый день копилось на нем, от унитаза, от раковины, просто от случайных, так, допустим, касаний, все это будет на вашей чистой коже и попадет в поры и даст, может, да, какие-либо аллергические реакции или воспаления. Поэтому я в ванной всегда держу рулон бумажного полотенца только для лица. Я считаю, что это правильно. Я умылась, лицо у меня свежайшее. Немножечко блестит. Всегда у меня почему-то, когда солнце заканчивается, летний сезон заканчивается, начинаются синяки под глазами. Но мне кажется, для Москвы, для ее погоды, для того климата, в котором мы живем, у нас практически здесь нет солнца стабильного. Это нормально. Даже если ты выспался, все равно невозможно быть суперсвежим. Теперь расскажу про пилинг-крем от Holy Land. Мне он очень нравится. Почему? Потому что послушайте, какой у него состав. Протеины молока, казеин, сыр, молочная кислота, казеинат кальция. Короче, очень классный натуральный состав. Пахнет он тоже каким-то вкусным сливочным десертом. И что он делает для очищения и выравнивания, обновления кожи? Что он делает? Мы его наносим, оставляем. Он разрушает верхний слой, и вместе с ним мы его смываем. Уже с разрушенным этим слоем. Это очень классный, мягкий такой эффект, который, делая дома, используя именно вот такие профессиональные средства, можно получить красивую ровную кожу. Теперь я пахну как десертик. Любите молочные пудинги? Я вот очень люблю. Я всегда погуще кладу маску в Т-зоне, потому что здесь у нас всегда собираются черные точки и больше всего жирница. Если я хочу, чтобы лицо было правда свежим, эту зону надо хорошо прорабатывать. Ну, зону глаз, конечно, мы оставляем, она нежная, чувствительная, поэтому абсолютно не обязательно ее замазывать какими-то суперочищающими, подсушивающими средствами. А вот лоб и Т-зону рекомендую положить толстый слой. Теперь эта маска, находясь на лице, сейчас поработает с мертвыми клетками, которые у меня есть на коже. Через 10 минут она подсохнет, и я ее смою специальной булочкой, моей любимой, которую я купила в детском отделе, и теперь я все время ей пользуюсь. Она прекрасно мне подходит для того, чтобы ухаживать за лицом. Она мягкая, натуральная и очень круто смывает. Она вообще нужна для того, чтобы где-то купать. Что по ощущениям? Когда я делаю вот этот скраб, я не чувствую ничего, кроме массажа щеткой. Когда я делаю лактолан пилинг крем, он кусает. Легкое вот такое вот какое-то горение, или сжение, или покусывание, вот как правильно его назвать, я даже не знаю, происходит на коже абсолютно везде, где он нанесен. Я как специалист, который много лет работает вообще с кожей, хочу сказать, что
составе практически всех средств, которые есть в коже, если они, скажем так, сегмента среднего или выше, есть всегда ингредиент, который помогает любому продукту глубже провалиться в ткани. И для этого он как раз-таки вызывает вот этот эффект горения, жжения, скажем так, теплоты, для того, чтобы поры раскрылись и продукты, какие вот вы наносите на лицо, глубже погрузились и дали результат. В продуктах Мосмаркета, которые созданы для всех, там какие-то, я не видела, кучку маски какие-то там многофункциональные, которые есть там, я не знаю, в любом продуктовом магазине даже продаются, они не могут так глубоко провалиться, у них нету вот в составе, скажем так, ингредиентов, которые помогают им трансплантироваться в вашу кожу. Да, они могут очищать, они могут увлажнять и так далее, но состав именно частиц, вот из чего состоит сам, допустим, продукт увлажнения, или продукт пилинга, или продукт скраба, именно частиц. Он может быть такой крупный, что просто не проваливается в нужные слои кожи. Легкий эффект будет всегда. Большого эффекта не ждите, потому что дома лучше всего пользоваться профессиональными средствами, подбирая их косметологам, а не подбирая их самой по рекламе там, или просто по красивым баскам в магазине. Поэтому сейчас ждем 10 минут, он меня кусает, я с ним погуляю. Он немножечко подсохнет, потом я его смываю и уже подробно расскажу вам о своей волшебной маске, которая очень круто и глубоко увлажняет кожу. Прошло 10 минут, масочка моя высохла, я пока ходила, кормила Еву грейпфрутом вкусным и полезным. А сейчас мы будем с вами смывать. Вот моя любимая мочалка. И все, что высохло, я смою. Кожа просто мягчайшая, она такая бархатистая, такая классная. Мяу. Теперь расскажу про следующий шаг. Это будет крем. Мой любимый, самый любимый крем увлажнения. Я вам сейчас за него, про него прочитаю. Стимулирует клеточный метаболизм, способствует регенерации кожи. Экстракт дрожжей нормализует выработку коллагена, способствует профилактике и сокращению гиперпигментации. Как раз то, что я люблю. Вода из цветков дамасской розы содержит 1500 биологически активных веществ, которые тонизируют кожу, устраняют токсины из кожи, возвращают здоровье, сияние и свежесть. Уменьшает проявление купероза, дамасская роза. Экстракт свеклы оказывает антиоксидантное действие, улучшает состояние кожи при куперозе и розацее. Это когда красные сосуды близко к поверхности и дают красный оттенок. Так, 6 масел, в том числе цельное масло нероли, масло розмарина, лаванды, оказывает смягчающее и успокаивающее действие, восстанавливает барьерные функции кожи, защищает кожу от потери влаги. И рекомендуется для всех типов кожи, особенно обезвоженной, сверхчувствительной и стрессованной. Вот такой. Нанести на кожу лица в область вокруг глаз на 15 минут и удалить излишки через 15 минут ватным диском. Короче, маска огонь. Я ее беру и толстым слоем, как обычно, как я люблю, наношу на все лицо. Зону глаз я в том числе наношу. У меня есть такая прекрасная кисточка. Погнали. И все. Она сейчас питается и просто сделает свое волшебное дело. Лицо становится просто сияющим. Ради таких масок стоит тратить деньги на увлажнение. Потому что когда купишь такую маску и делаешь ее регулярно, просто крема минимально требуется для того, чтобы кожу потом поддерживать. Такая приятная по структуре и еще так пахнет вкусно. И вообще просто классная маска для того, чтобы побаловать себя в межсезонье, когда топят батареи. На улице капает какая-то бяка.
И хочется спать, и кушать десерты. Минут роскоши для лица. Так, пока маска впитывается, а она достаточно быстро впитывается, я сейчас вам расскажу, конечно же, про тело и про руки, потому что эти все остальные части тела имеют тоже свойство сохнуть, особенно когда в межсезонье. Я рекомендую для рук крема вот этой марки, это тоже марка Рана. И что делает крем Вельвет? Он ухаживает за кожей, дает ей такой глянец, когда она просто переливается. И структура в том, что он содержит сразу коллаген и гиалуронку и глубоко проваливается во все слои кожи, именно на руках. А особенно сейчас мы много моем руки, антисептики наносим, вот эти брызгаем, сушим кожу, перчатки. И вот этот крем просто регенерация тканей. И такая же есть у меня тема, связанная с кожей по телу. У меня тоже очень сильно она сохнет. Не знаю, как у вас, у меня одна и та же тема, что я все время ищу увлажняющие средства для кожи. И тут вот была я недавно у иммунолога и поделилась своей проблемой. Она мне сказала, что вот эта марка Bioderma, именно Атодерм крем, ультрапитательный для нормальной и сухой чувствительной кожи, восстанавливает, успокаивает, защищает и без отдушек. Реально купила, реально начала пользовать. Кожа становится просто вот на ощупь, как будто бархат. Ну, день на четвертый уже сработал. Накопительный эффект сразу вы нанесете. Он не липкий, не противный, не жирный. Он впитывается, проваливается в кожу и создает вот этот приятный такой... И цвет глянцевый, какой-то вот кожа такая сытая. И по ощущениям, как будто вы какой-то спа-уход сделали, и она правда глубоко напитанная. Но вот такой устойчивый эффект, чтобы вы его, допустим, если приняли душ и не нанесли, дня с четвертого уже чувствуется его работа. Поэтому для тела, кто ищет, я считаю, что нужно сочетать, знаете, с чем еще круто сочетать, купаться одной марки, покупать масла для купания вместо геля для душа и вот так крема, и будет вообще супер. У моей дочери атопический дерматит, всегда сухая кожа, я поэтому практически все продукты, которые касаются именно увлажнения тканей, все знаю. Ну вот это мне понравится. Совет иммунолога, правда, был качественный. Теперь мы ждем. Теперь гуляем, ждем, пока впитается наша прекрасная маска, можно ей помочь. Кожа ее, как правило, съедает просто всю. Смотрите, толстым слоем была нанесена. И пока я с вами болтаю, она куда-то вся погружается. А куда? За счет состава, конечно, проваливается глубоко-глубоко мое лицо. Подходит, да, мне подбежал. По структуре она очень мягкая, бархатистая, какая-то такая приятная. Ну и пахнет, конечно, какими-то цветами пахнет. Вы знаете, вот такими легкими, сладкими цветами. Очень. А кремчик у меня хороший? Да нет. Нет? Плохой. Почему? Мам, дай, пожалуйста. Что дать? Что? Кадафи. Кадафи я еще не сделала. Я просто сижу, жду, пока крем питается. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, дай мне Кадафи. Хорошо, давай. Давай. Давай руки ко мне. Вот и прошли 15 минут. Крем почти весь впитался. Промакиваем его мягко-мягко салфеточкой. Кожа просто нереально напитанная, увлажненная,
красивейшая сытая кожа. Вот такой уход домашний для сухого типа кожи я делаю постоянно. А продукты, которые я использую, которые я вам показала, это продукты, которые я подобрала из многих, которые я изучала. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайк, пишите свои комментарии. Оставайтесь со мной на моем канале. Буду рада видеть вас вновь. Пока. Любите себя. Берегите себя. Будьте здоровы.